Самарской области участок трассы М5 «Урал» с 12 июля закроют для большегрузов. Временное ограничение будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям. Это связано с увеличившейся загрузкой автомобильной дороги в районе Жигулевской ГЭС. Ограничение продлится до 1 сентября. Подробности и объездные пути публикует телеграм-канал Красноглинского района. В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по улице Александра Матросова в районе дома номер 49 объезд автобусов маршрута номер 38 будет осуществляться по улице Нововокзальной, Вольской без заезда на улицу Александра Матросова в оба направления, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в 3 года, а после 40 лет ежегодно. Диспансеризация – это бесплатные осмотры, анализы и обследования в поликлинике, фельдшерском пункте. Чтобы ее пройти, нужен полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру, напоминает телеграм-канал железнодорожного района. Красивый и ухоженный цветник создать непросто. На это нужно много времени, труда, заботы и любви к природе. Телеграм-канал промышленного района выражает благодарность Таисии Хлопушиной и Ольге Свердел, благодаря которым у домов номер 88 по улице Георгия Димитрова и номер 17 по улице Солнечной появились цветники. Настоящее украшение для всех жителей микрорайонов.